На отчетно-выборном собрании общественной организации ветеранов прозвучало несколько важных моментов. Основные – четкое функционирование организации, развитие и всесторонняя поддержка. Созданы и функционируют комиссии по организационно-правовым, медико-социальным, культурно-массовым направлениям по воспитанию подрастающего поколения в патриотическом духе. Работа проводится в соответствии с утвержденными планами. На заседании присутствовали глава района Надежда Суровцева, руководитель администрации Алексей Валов. Они подчеркнули, сегодня работа ветеранских организаций важна как никогда. Опыт поколений бесценен, и личный пример необходим. Это очень важно для всех поколений, для нашего поколения, для поколения наших детей. Поэтому дай вам Бог здоровья, сил и той же самой активной позиции, которую вы несете в жизни. Но мы знаем, что тот фундамент, который вы создали, духовно-нравственный фундамент, фундамент отношение ко всем процессам, которые происходят, еще раз говорю, на стране, еще в муниципальном районе, позволяющие нам делать многочисленные изменения в лучшую сторону. В ходе собрания подчеркнули, поддержка со стороны властей необходима. В сферах, которых взаимная связь помогает решать важные вопросы, таких как ЖКХ и медицина. В этом случае, как говорилось на встрече, все вопросы обязательно будут решены. Слова особой благодарности ветераны выразили депутату Московской областной думы от партии «Единая Россия» Владимиру Шапкину. К депутату обратилось более 39 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, вдовы. Многим была оказана материальная помощь, поддержка в виде консультаций в улучшении жилищных условий. Многие вопросы решены, не все, конечно, но я думаю, что мы продолжим обязательно вместе с вами эту работу. Отчитались о работе своих отделений и председателей первичных организаций. Говорили о культурно-массовых мероприятиях для людей пенсионного возраста, выразили желание активно проводить время, заниматься творчеством, организовывать досуговые центры для ветеранов, пенсионеров. Затронули вопросы транспортной сферы и многие другие. В ходе заседания председателем организации ветеранов Щелковского района был вновь избран Алексей Волков. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».